дни стародавние, когда в красную весну, а может, в лето зеленое, буйные ветры по углам перекликались да с удачами, когда гром в округе хохотал. Комар с дерева упал, на лягушке поскакал, всех в округе разгружал, за задачи нашмели. Зажужжали лягуши, зачирикали стрижи, и слетались журавли, хороводы завели, уток за собой вели. По тропинке, под горою, ну а может под сосной? Нет. Под липой вековой. И такое было утро, что и ночью не назвать. В общем, далеко это было не видать, да так близко, что слыхать. И сказывали жители славной земли Ярославской, как заезжались в ту пору абитуриенты поволжские из округ и сел близлежащих, и открывались им ворота здешние на Словиного аккурат. И делали они три шага совши, кто вперед, кто назад. Запевали они песни свои протяжные, да играли на инструментах диковинных, потешая слух музыкантов, мудрецов Совиновских, рассказывали им были, небылицы на сказке. Одну я переняла, да вам привезла. Thank you.
когда решила купеческая дочь отправиться по Волге матушке на метеоре в древний град Ярослав, грамоте музыкальной учиться. Oh, my God.
Вы посмотрите, какие глазки, какой носок, и верно, ангельский должен быть голосок. Спой, дитятка, не стыдись. Весь плохо. Музыкальный.
Thank you.
Thank you.